Герои этого диафильма – ребята. Они жили в разных странах и говорили на разных языках. Но объединяла их борьба, которую они мужественно вели против фашизма. Итальянскому мальчику Франко Чезана было 13 лет, когда он вступил в партизанский отряд. Хоть и маленьким бойцом был Франко, но храбрым. Вместе со взрослыми партизанами он взрывал мосты. Устраивал диверсии на автодорогах. Но чаще всего он был связным. Его посылали в тех случаях, когда никто другой не мог пройти через вражеские дозоры. Франко же пробирался незамеченным. В сентябре 1941 года по горным дорогам двинулись грузовики с эсэсовцами. Против партизан готовилась карательная экспедиция. Командир партизанского отряда вызвал к себе Франко. «Нужно уточнить численность карателей. Сможешь это сделать?» «Конечно, смогу», – вытянулся перед командиром маленький партизан. «Не вытягивайся так», – улыбнулся командир. «Как раз хорошо, что ты мальчик. Вырасти еще успеешь. А на такого, как ты, немцы обратят меньше внимания. Ну, иди». Франко успешно выполнил это задание. Он проник в расположение врага и пересчитал эсэсовцев. Партизаны решили дать гитлеровцам бой и заняли удобную позицию. Вечером, когда каратели начали атаку, юного воина сразила пуля. «Отомстите за меня фашистам!» – лишь успел проговорить он. Бой продолжался. Сведения, добытые Франко, помогли итальянским партизанам избежать окружения. Посмертно Франко Чезана был награжден боевой медалью. Ему присвоили звание младшего лейтенанта. Среди партизан, которые сражались в 1942 году на Житомирщине, была советская девочка, пионерка Камилия Шага. Не сразу дали ей в руки боевое оружие. Вначале она помогала повару. То воды нужно было принести, то картошки почистить, то котлы помыть. Она всегда находила себе работу. Если на кухне делать было нечего, Камилия стирала раненым белье. Или садилась переписывать листовки. Иной раз ей поручали отнести эти листовки в занятые врагом деревни и села. В мае 1943 года вместе со старшими она приняла торжественную присягу. «Назначаю тебя, Камилия Шага, медицинской сестрой», – сказал командир. «Есть быть медицинской сестрой», – по военному уставу ответила девочка. Было ей в ту пору 14 лет. Много раненых партизан вытащила Камилия из-под вражеского огня. Бывало, пули свистят над самой головой, а маленькая сестричка подсунет под раненого свою шинель и тянет его в безопасное место. Однажды при переправе через Западный Буг Камилия была ранена в ногу. Вокруг кипел бой, поэтому девочка никого не стала звать на помощь, а сама залила рану йодом и сделала перевязку. Когда в отряде узнали, что Камилия ранена, ее решили отправить самолетом в тыл на лечение, но она спряталась и вышла из укрытия лишь после того, как самолет улетел. «Что за шуточки?» – рассердился командир. «А как же раненые?» – проговорила Камилия. «Я буду нужна здесь, в отряде». К осени 1944 года отряд уже сражался на территории Чехословакии.
давно освобождена родная Житомирщина, но для Камилии война продолжается. Нужно помочь чехословацким патриотам. На шоссе возле местечка Скалица разгорелся бой. Камилия бросилась к раненому бойцу, но пуля перебила ей ноги. Кто-то из партизан посадил Камилию на лошадь, чтобы вывести с поля боя. В это время в атаку пошли фашистские танки. Они открыли огонь из пушек. Рядом с Камилией разорвался снаряд. Так погибла на чехословацкой земле маленькая отважная санитарка Камилия Шага. На ее могилу местные жители приносят живые цветы. В Югославии есть немало пионерских дружин, которые носят имя Бошка-Буха. У партизан Бошка был бомбашом. Так называли в отрядах мальчишек-гранатометчиков. Хотите представить себе, что делал бомбаш? Впереди вражеский дзот. Его пулеметный огонь прочно прижал партизан к земле. Голову поднять невозможно. А бомбаш, юркий мальчишка, ползет навстречу огню. Пули срезают маковки цветов над головой. Но он все ближе, ближе к дзоту, извергающему смерть. Взрослого бойца заметили бы, а маленький бомбаш словно прирос к земле. Не видит его враг. Но вот цель достигнута. И в дзот летят метко брошенные гранаты. Умолк пулемет. Партизаны поднимаются в атаку. Таким бесстрашным бомбашом был Бошка Буха. В декабре 1943 года вместе с партизанским врачом Сашей Божевич и несколькими бойцами Бошка отправился на машине за медикаментами. По дороге на партизан напали каратели. Они забросали машину гранатами. Кроме Бошка и Саши Божевич, все были убиты. Бошка стал отстреливаться из автомата. Хотел прикрыть отход Саши. «Доктор, уходите!» – кричал он. Но Саша была ранена, потеряла сознание. Бошка бросил в каратели несколько гранат и упал, сраженный вражеской пулей. Посмертно Бошка Буха было присвоено звание Народного Героя Югославии.